Всем доброе утро. Сегодня 2 сентября 2020 года. Я заказала в Китае плодовый съемник. Он пришел в упаковке. Упаковочная пупырка длиной около 4 метров. Померила, точно было 4. Упаковано очень хорошо. Зубья не согнулись. Они все как и должны быть. Зубья сделаны из толстого металла, скорее всего, сталь. Сам держак, он получается, видно на видео, он получается прикреплен отдельно, заклепками. Значит, здесь вот, и с внутренней стороны тоже покажу. Видно. Мне это нравится. По бокам мешочек прошит, не только прошит, еще и укреплен двойной ниткой, суровой нитью. Вот по всему краю. Все хорошо. Мне нравится. Во втором видео покажу, как я его прикрепила к палке. И попробую заснять весь процесс, хотя это, наверное, не так интересно будет. Спасибо, что зашли. До свидания.